Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему «Выбор решения». Это расклад на ситуацию, либо проблема, которую вы пытаетесь решить, но еще не знаете как. А здесь будет два варианта ответа, если выбрать первый, если выбрать второй. То есть подумайте об этих вариантах, и еще карта подскажет альтернативу, то есть тот вариант, который вы не учли. Итак, давайте смотреть. Что будет, если выбрать первый вариант? Восьмерка пентаклей. То есть вам предстоит приняться за что-то новое. Возможно, это будет учеба или новое задание по работе. Может быть, осуществление какого-то давнего вашего желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие. В конечном итоге вас ожидает успех. Однако вам не стоит переоценивать свои силы. Помните, что опыта и умения у вас еще пока недостаточно, и не спешите сразу быстро все это исполнять. То есть делайте свое дело, свою работу или то, что вы хотите, поэтапно. Если брать отношения, то обозначает начало нового, многообещающего этапа в ваших отношениях. Также это может быть и новое знакомство, может быть новая стадия развития прежнего союза, прежних отношений, в ходе которой вам откроются далеко идущие и, как правило, обнадеживающие перспективы. То есть хорошие перспективы, либо дело, либо отношения. Начните изучать что-то новое, обратите внимание на детали. А что будет, если вы выберете второй вариант? Император карта. Он говорит о том, что нужно взяться за дело основательно, какое бы дело ни предстояло вам. Сколько бы долго вы его не откладывали, пора браться за него. Вы полны энергии, сил, судьба к вам благословна, и работа будет гореть у вас в руках. Вы справитесь с любым делом, выясните любые отношения, исправите любые ошибки и недоделки. У вас сейчас, если нет у вас сейчас конкретного дела, то, может быть, настала пора навести порядок у себя, допустим, в квартире, либо просто в своих делах. В сфере любви карта говорит о периоде, когда ваши отношения укрепляются, становятся надежными, прочными. Трезвый и критический аспект карты может означать, что вы, если вы витали в облаках, у вас были розовые очки, то вы их сняли, вы утратили прежние иллюзии. В то же время стремление к стабильности, безопасности может и завести в тупик ваши отношения. То есть вы можете тем самым чем-то ограничивать себя либо партнера. Осуществляйте свои планы твердо и последовательно. Излишний педантизм и рассудительность могут загубить любое дело, любое чувство. Ну и альтернативный вариант, который, может быть, вы не учли, который вам дает совет и подсказывает карты. Рыцарь Пентаклей выпал, это значит, что сейчас никому не удастся обвести вас вокруг пальца. Вы готовы говорить лишь на серьезные темы, пользоваться лишь проверенными методами и не пойдете ни на какие спекуляции. Если вы должны предпринять какие-то важные долговременные шаги или решить трудную проблему, требующую здравомыслия и терпения, то это самая лучшая позиция. Если же перед вами не стоят такие крупномасштабные задачи, то на всякий случай проверьте себя, не слишком вы сурово подходите к ситуации или к проблеме. В сфере любви эта карта обозначает постоянство, надежность, продолжительность, верность, нежную чувственность, прочный союз и перспективы такого союза, если вы с партнером уже достаточно давно вместе. У вас будет и есть доверие и верность, которые играют очень важную роль
в ваших отношениях. Также вы можете что-то искать новое. И понятие не я, а мы вдвоем для вас уже будет иметь более важную роль, чем общение с друзьями и забота о личной свободе и независимости. Ну и также карты советуют вам: беритесь лишь за серьезные и проверенные дела. Ну вот так вот нам показали карты ответ на ваше решение. Спасибо за просмотр. Всего доброго.